Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. При поддержке властей в селе Китово Касимовского района местные активисты установили мемориал воинам Великой Отечественной. Битва на Воже. Как проходила реконструкция главного боя 14 века. Забыл про семью, приставы напомнят. В назидание всем алименщикам. Мы часто рассказываем о том, как результативно действует в Рязани проект поддержки местных инициатив. Но работает ли этот проект в районах? Оказывается, еще как. Прямо в центре села Китово Касимовского района по инициативе местных активистов возвели мемориал воинам, Великую Отечественную, ушедшим из района на фронт. 4 гранитные плиты с выбитыми на них фамилиями бойцов – теперь главная достопримечательность района. Максим Васильев все оценил. Этот мемориал в селе Китово Касимовского района возвели по программе местных инициатив. Сделали красиво, аккуратно и быстро. Местный библиотекарь Надежда Губарева поиску своих земляков-фронтовиков посвятила практически всю жизнь. Причем архивы штудировала еще в соседних Кочемарах и Лубиниках. Все истории она и сегодня изучает скрупулезно, буквально пропуская через себя. Говорит, найти надо всех. И бывает так, вот я находила, например, фамилия, имя, отчество одно и то же, год рождения одно и то же. Один проживает в поселок Ленина, второй проживает в деревне Китово. Я говорю, ну, наверное, ошибка просто по адресу. Вот. Ну и хотела одну фамилию вычеркнуть. Но потом начала копать дальше. И выяснила, что у одного жена была Варвара, а у второго Анастасия. Так что это разных два человека. И таких историй очень-очень много. 4 гранитные плиты, 181 фамилия. Но это только здесь, в Китово. В соседних Кочемарах каменный список поменьше, но тоже гранитный. Впрочем, этот красивый мемориал в Касимовском районе проект не единственный. Власти уже поддержали 20 местных инициатив, в числе которых и благоустройство пруда в поселке Крутоярский, и ремонт крыши Дома культуры в Сынтуле, и благоустройство детского сада в поселке Лашма. И у каждого отдельная история. О своей мемориальной глава китовского сельского поселения Наталья Стрельцова говорит только в восторженных тонах. Мол, хорошо, что гранит успели взять по старым ценам. Собрали сход жителей, депутаты посоветовались все и решили участвовать в программе местных инициатив для того, чтобы включить всех, которые у нас, которых не включили, которые выпали, можно так сказать. Смета у нас вышла на 590 тысяч. Значит, из областного бюджета мы запросили 472 тысячи, 59 тысяч местного бюджета и 59 тысяч у нас это добровольные пожертвования. Пока что эта красивая история не завершена. Тех, чьи фамилии должны быть высечены на граните, с каждым днем исследований все больше. Для появления новых имен на двусторонних плитах даже оставили место. На всякий случай. На тот момент, когда мы устанавливали, у нас оказалось 181 человек. У нас еще были утерянные жители таких деревень, как Александровка, Ленина, деревни Китово и деревня Урядина. На эти плиты где-то человек 15. Мы еще можем. В принципе, расширять тут есть где, да? И расширять есть. Еще предложение было, чтобы есть возможность поставить внизу дополнительные плиты. Но внизу некрасиво они смотрятся. А еще Наталья Стрельцова думает, как и чем украсить въезд в село, так называемую входную группу. И это тоже вопрос эстетический. Соседство с красивым историческим храмом, двери которого здесь открыты с 1895 года, обязывает. Наверное, снова обратимся к проекту местных инициатив, говорит глава Китовской администрации. Очень уж оперативно получается. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город», Касимовский район. В атмосфере Древней Руси. В селе Глебово-Городище Рыбновского района прошел военно-исторический фестиваль «Битва на Воже-2022». Реконструкцию событий приурочили к 644-летию победы русского войска над Золотой Ордой. Впрочем, бои витязей и стилизованный средневековый посад – это только часть насыщенной программы. И поднялась дружина великая защищать древний род, землю русскую. Засвистели в степи стрелы острые, засверкали булаты тяжелые, заблестели шеломы железные, зазвенели кольчуги плетеные, на щитах коловрат, ясно солнышко. Фестиваль «Битва на Воже» в Рыбновском районе проводят с 2003 года, и все эти без малого 20 лет он визитная карточка этих мест. Вспомнить о ратных подвигах древних рязанцев Глебову-Городищу едут все без исключения, и взрослые, и дети. Ха-ха-ха!
Историческая основа реконструкции вторжения хана Мамая в Рязанское княжество. Весной 1378 года ордынцы предприняли карательную экспедицию, в ходе которой разгромили Нижний Новгород. Затем, получив подкрепление, татаро-монголы пересекли Волгу и появились у нас. Ордынцы сожгли Пронск, штурмовали Рязань. Наша земля снова умылась кровью. Казалось, что началось новое вторжение Батыя, и за Рязанью последуют и другие земли. Но князь московский Дмитрий Иванович вовремя понял грозившую опасность, лично приспел со своей ратью на южную сторону Оки и встретил татар на берегах ее правого притока реки Вожи, в верстах в 15 от Переяславля-Рязанского. 11 августа 1378 года ордынцы перешли Вожу и вступили в бой. Сам великий князь пошел в контратаку с главным полком. Ордынцы не выдержали прямого боя и побежали обратно за реку, а наши стали преследовать их, рубя и коля, и великое множество перебили их, а многие из них в реке утонули. Так пишут летописи. А на реке супостата встретила русская судовая рать. Это был полный разгром. Войско противника было уничтожено почти полностью. По традиции, ордынские полководцы сами в бой старались не вступать, командуя с безопасного места. А здесь погибли все ведущие командиры. Все побросав, орда бежала, оставив юрты и шатры. Разгромлен враг! Глебово городище, предполагаемое место той славной битвы, стало центром фестиваля. Традиционно здесь располагаются торговые ряды, фудкорт. На ярмарке можно приобрести сувениры и товары народных промыслов, а также позабавиться от души. Кульминацией всегда была и остается реконструкция побоища. Воины и с монгольской, и с русской стороны демонстрируют гостям, как это могло быть почти 7 столетий назад. И неизменно вызывают восхищение. Мы на мероприятии вообще на этом первый раз. Нам вот с детьми очень понравились конные скачки, конные упражнения, соревнования. Это очень историческая реконструкция, приближенная, наверное, к тем временам, векам. Очень важно, потому что, во-первых, у нас очень мало таких мероприятий. Очень приятно на такие мероприятия ходить с детьми, потому что как бы все организовано, все доступно, все понятно, все очень весело в том же. И очень интересно, между прочим. Во все это окунуться, как приятно. После битвы на Воже русскому воинству предстояло еще много сражений с татаро-монголами, много еще крови пролилось на русской земле. Но битва на Воже воодушевила народ, уставший за долгие годы татаро-монгольского гнета, как продолжает вдохновлять по сей день. На северной окружной дороге появилась видеокамера. Глазами большого брата на ход ремонта можно посмотреть на сайте дирекции дорог Рязанской области. Видеоглаз установлен неподалеку от АЗС, возле поворота на поселок Борки. Работает он круглосуточно. Напомню, такое указание давал в Рио губернатора Павел Малков после многочисленных жалоб на ход реконструкции. Министр транспорта региона Вадим Решетник рассказал и о других работах на Северной окружной. Сейчас, например, подрядчик расширяет проезжую часть. На растительные слои насыпали больше 10 тысяч кубометров песка, чтобы он сравнялся с основной дорогой. Параллельно рабочие устраивают ливневую канализацию и переносят коммуникации. Третью полосу обещают открыть в ближайшие 2-3 недели. Напомним, общая стоимость ремонта составляет 755 миллионов рублей. Сам ремонт обещают завершить в следующем году. Выборы в Касимовскую городскую думу в этом году пройдут одновременно с губернаторскими. Голосование, напомню, пройдет в 3 дня. Будет ли какая конкуренция здесь, расскажем далее. Регистрация кандидатов на выборы в Касимовскую городскую думу официально завершена. На 20 мест муниципального парламента теперь претендует больше 80 человек, то есть примерно конкурс 1 к 4. В этом году здесь вернулись к старой мажоритарной системе, когда голосовать касимовцы станут за конкретного человека с его делами и поступками. Из положительных сторон можно выделить то, что избиратель имеет понимание, за какого кандидата он голосует, в отличие от списков, да, тех же самых. И здесь более прозрачная, наверное, процедура замещения депутатских мандатов. То есть есть округ, есть от него один кандидат, который в итоге становится депутатом. Практически половина из числа кандидатов – это для касимовской политики новые лица. Отказов в регистрации, по словам Александра Купчева, было немного. В основном вопросы были по оформлению подписных бланков. Впрочем, конкуренции это помешает не сильно. Есть у нас первый округ, там порядка
порядка 5 кандидатов будут претендовать на место. Также можно сказать, по третьему округу аналогичная ситуация. Все проходит спокойно, то есть встречи, которые кандидаты имеют право организовывать, они проводят. В этом случае, получается, у нас происходит взаимодействие именно с руководителями тех организаций, где выделяются помещения. 11 сентября – единый день голосования. Впрочем, поставить в бюллетене галочку можно будет и 9, и 10. Август – время борьбы за голоса избирателей, и в Касимове эта кампания уже стартовала. Развод – процесс сам по себе не из приятных. Еще хуже, когда охладевшие друг другу родители забывают о своих обязанностях платить алименты. Тогда в дело вступают судебные приставы. Со своим мужем Ирина Харькина прожила 15 лет. В браке родился сын, сейчас ему 14. Последние 3 года ребенок рос без отца. Трагедии, в общем-то, никакой. Родители просто развелись. Первые 1,5 года муж о семье помнил, алименты платил исправно. Потом просто перестал. За последние 1,5 года накопился хороший такой долг – 300 тысяч рублей. Ирина Харькина обратилась за помощью к судебным приставам. Отыскали, где он работает, хотя он скрывал неофициально работу. Но нашли пристав, где работает. И теперь ежемесячно я получаю. И взыскали с него 69 тысяч. Это арестовали его карточки. 69 тысяч – это первая выплата по долгу. Списывать теперь будут ежемесячно. Не сразу, конечно, а сколько положено по закону. И так пока весь долг не выплатит. А если снова забудет о своих обязанностях, ему напомнят доходчиво. В дальнейшем будет проводиться повторная проверка имущественного положения должника, установление его новых источников дохода и понуждение к погашению долга, равно как и привлечение к административной, а в последующей уголовной ответственности. Положительных примеров в практике судебных приставов хватает. Конец июня. Мужчина задолжал 150 тысяч алиментами. Забыл, видимо, о 2 дочках. Сотрудники органов принудительного исполнения арестовали его автомобиль Mazda 3 2005 года. Задолженность мужчина погасил сразу. Теперь каждый месяц исправно платит по 10 тысяч. Другой пример. Мужчина забыл о своей 12-летней дочери. Долг по алиментам рос и достиг отметки в 311 тысяч. Приставы поступили просто. Арестовали банковский счет должника. Мужчина сразу прибыл в отделение УФССП и принес справку с места работы. Теперь долг будет постепенно снижаться. И таких примеров десятки, когда один из родителей забывает о своих прямых обязанностях и решает посвятить свое время чему-то или кому-то другому. Но вот такая дырявая память может довести и до уголовной статьи. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанская полиция задержала 2 беспечных туристов. Прибыли они, правда, не на достопримечательности смотреть. И с туристами их роднит только желание сделать фото. В остальном все как и прежде. Это наркодилеры. И в Рязань они приехали с сюрпризом. Да еще с каким. Вам задается вопрос, имеется в данном помещении что-либо запрещенное? Оружие, наркотики, боеприпасы? Если имеется, да, что и где? Находится наркотики. Запинаясь, 2 19-летних парня из Средней Азии рассказывают, где у них в квартире лежат наркотики. Вон, говорят, под креслом. Привезли все с собой из Московской области. В мебели полицейских ждал хороший улов – 130 свертков. В каждом – героин. Что дальше с ним надо делать? Под кресло положить и все? Нет. Что делать? Дальше надо было их закопать в землю и сфоткать. То есть... Наркотики ходить в землю закапывать и фотографии отсылать? Да. За это должны были деньги получать вы. Ребята признались, что планировали поселиться в Рязани на 2 дня. Сделать работу, отослать фотографии и уехать. Такую цель поставили в нелегальном интернет-магазине по сбыту героина. Планы нарушили полицейские. В ходе реализации оперативных материалов полицейские на улице Крупской остановили 2 молодых людей, которые оказались двоюродными братьями. В одежде 19-летних мигрантов оперативники обнаружили 20 свертков с героином. Также на улице Западной были изъяты 2 аналогичные закладки, которые ранее сделали злоумышленники. Суммарно у братьев изъяли 248 граммов героина. За такую граммовку преступление попадает в категорию «незаконный сбыт в крупном размере». Максимальное наказание по 228.1 – пожизненное лишение свободы. Пока же братья заключены под стражу. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.